Направляемся в сторону Буды. Молодец. Скоро будет заведение. Голубая острица. Ой, да. Устрица. Мы сегодня пойдем вон туда. Так, ну вот, пришли, нашли. Подо льдом немножко воды. И все равно с песочком. Костя, где твоя рыба? Ух ты, две рыбы. Ну что, две лунки, две рыбы всего. Где вот эти лунки? Не, я не пойду к тебе, у тебя мелкая рыба. Мне там крупнее. Ну что? Отлично. Уже лучше, чем было раньше, да? Да, сейчас надо. Вот. Не поехали мы туда, куда нас звали. Не рискнули, прошли пешком. Машины идут. О, блин, такой момент, такой момент. Почти 11. Да что-то ловим, это мелочь. Так вот, так вот, вот так вот. Вот. Вот ребята сидят, продолжают что-то ловить. День сегодня вот такой прекрасный, морозный. Да, у нас Андрюха идет, газовый баллон тащит, хочет пельмени сварить. Да, будут пельмени. Какая красота здесь. И клюет ножки. Пойдем посмотрим, кто чем дышит. Тут человек ловит количеством, качеством. Вот. Да. Че там, да? Чистить там замучаешься. Голову отрезал, есть и ничего. А тут вот, да. Вот. Не то, что некоторых. Пойдем посмотрим у остальных. Тут вот количество даже бычков беру, смотри. Ну, показать, наверное, дома хотят. Да, конечно. Здесь оставим ворон кормить. Да. Пойдем проверим. Костя только себе одну тропинку протоптал за стопочкой. Так, 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 инспекция. Так. У вас линейка имеется? У нас нету, надо померить. Так, тоже количество пошел. Это все? Хватит. Хватит. Правильно. А теперь пойдем смотреть, как пельмени готовятся. Да. Сегодня из моей палатки сделали кухню. Говорят, самая большая. А запах, а пар, ёкарный бабай. А он тут кумарит, смотрите-ка. Кумарит. Смотри. Там ты дырку завязал, да? Сверху. Не, а там так была. Ну ладно, смотри, потом, если что, раскроешь. Вот и закончилась наша рыбалочка.
собираемся. Палаточку сейчас уберем. Я вот такую сумочку рыбы наловил. 5 кг может быть. Так что ничего. Сегодня рыбалка, моркать удалась. Если учесть, что мы планировали не сюда. Вот такое чистое поле, одни мусики. Ты наловился? Йо, конечно, конечно. А ты наловился? Да, все, руки уже все. Да, вон, смотрите, смотрите, что он сделал сегодня. Что? Да. Я тоже, в принципе, доволен. Все нормально. Все, пока, поедемте домой. Уже подъезжаем скоро к Т-образному.